Здравствуйте, на телеканале ЖТСУ «Время новостей» в студии Панау Симбекова, сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Операция «Шерша». В Илиалатауском национальном парке пойман браконьер за незаконную порубку елок. Кадры решают. В Кербулакском районе назначен новый аким. Разговоры по душам. Первый республиканский пресс-саммит прошел в Алматинской области. В Казахстане снизился уровень изымаемых наркотических веществ на 85%. К примеру, если 10 лет назад стражи порядка выявляли 130 килограммов афганских опиатов, то в последние годы не более 20 килограммов. Об этом на заседании межведомственной комиссии сообщил министр внутренних дел. По словам Ерлана Тургумбаева, наиболее сложная ситуация в борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков. На данный момент в стране имеет место распространение почти 90 видов незаконных веществ. Как рассказал глава МВД, если ранее синтетические наркотики завозились из соседних государств, то теперь их производством занимаются казахстанские дилеры. Реализация запрещенных средств проводится посредством интернета. Потому выявить сбытчиков сложно, заявил Ерлан Тургумбаев. В целях решения проблемы глава МВД предлагает вместе с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработать специальную программу для выявления подозрительных интернет-ресурсов. Также выступающий предложил меры по борьбе с браконьерством. В целях снижения незаконного отстрела животных министр внутренних дел заявил о необходимости развития трофейной охоты. Как считает Ерлан Тургумбаев, это положительно скажется не только на снижении преступности, но и продвижению туризма и бизнеса. Все вопросы, которые сегодня мы обсуждали, вот Даулет Идилович несколько актуальных вопросов поднял. Значит, надо обязательно их протокольно отметить, как поручительские пункты, и проконтролировать их исполнение. В преддверии Нового года в Талдыкурганском дворце торжеств прошла знаковая встреча. Чествовали ум, честь и совесть нашей эпохи. Все приглашенные не просто достойный пример для подражания, а люди, внесшие особый вклад в развитие региона и страны. В этом году традиционное событие прошло в новом формате. Повлияла пандемия, однако ни один заслуженный деятель области не остался без внимания. А их в регионе немало. Аким области Амандык Баталов уделил внимание каждому. Поздравил онлайн и лично передал новогодние подарки. Ежегодно список приглашаемых гостей традиционной предновогодней встречи включал более 200 имен и фамилий. В этом году внесла коррективы пандемия. Рисковать здоровьем нельзя, а потому необходимо строго соблюдать рекомендации санитарных врачей. Сделать выбор было очень и очень нелегко. Важен и нужен каждый. Опыт, советы и рекомендации аксакалов как маяк, помогающий выбрать правильное направление. Приглашения отправлены с учетом состояния здоровья, расстояния до областного центра, погодных условий и других факторов. Уважаемые ветераны, по сложившейся доброй традиции, каждый год мы встречаемся с вами в канун новогодних праздников. Эти встречи не только выражение искренней благодарности за ваш многолетний плодотворный труд на благо родного края и всей страны, но и прекрасный повод поделиться важными новостями, обменяться мнениями, выслушать ваши дельные и полезные советы, основанные на глубоких знаниях и огромном опыте. Каждый из вас в свое время внес неоценимый вклад в социально-экономическое, духовное, культурное развитие ЖТСУ. Многие из вас широко известны всей республике. И сегодня, являясь достойными представителями старшего поколения, вы продолжаете активно участвовать в общественной жизни, воспитывая на своем примере молодое поколение. Мы искренне гордимся, что наш край богат такими яркими, многогранными и талантливыми личностями, как вы. Жизнь каждого из присутствующих – эпоха. В их бытность область меняла статус и географические границы дважды. Однако главным для тогда еще молодых, энергичных и деятельных специалистов было создать условия для населения. Их руками строились заводы, фабрики, социальные объекты, жилье. Их умами создавались поистине уникальные проекты. Это завод железобетонных изделий, завод аккумуляторных батарей, переработки сельхозпродукции и многие другие. Словом, вырастали города и села.
Большая работа в регионе ведется. Меня радует то, что начали мы, продолжили и приумножили молодые руководители. И это дело продолжат уже наши дети и внуки. В такие традиционные предновогодние вечера особенно приятно осознавать, что твой труд ценен, что регион растет и развивается. И я уверен, так будет и в последующие годы. Я вот уже 50 лет здесь живу, в Талдыкургане. Конечно, он изменился до неузнаваемого. Особенно, конечно, вот в эти последние годы. В то время, когда я вот работал мэром города почти 9 лет, строили много, особенно сборного жилья. Ну, это была массовость. Сегодня индивидуальность. Вот я сейчас днем проезжал, вот два дома как раз здесь к сдаче готовятся. Конечно, уже другой облик, другая архитектура. Любить свой город, трудиться на благо его, совершенствовать его облик. Но это, я думаю, задача сегодня молодых. К сожалению, берут свое возраст, отданное работе здоровье, существенно повлияла и пандемия. Во время душевной встречи аксакалы вспомнили тех, кого сейчас нет рядом. Это ветеран войны и труда, поэт и писатель Леонид Гирш, видный государственный и общественный деятель Бижамал Рамазанова, прославленный олимпийский чемпион халк кахарманы Жакшылык Ушкемпиров, заслуженные ветераны государственной службы Гульжиян Сулейменова, Серикжан Бескемпиров и ряд других. Светлая память о каждом из них останется в наших сердцах, отметила Мандык Баталов. Однако жизнь идет своим чередом. Накопленные знания, профессиональные навыки и, главное, бесценный опыт, который обретается только с годами постоянного самосовершенствования, нужно передавать молодым и тем, кто стоит у руля сейчас. А Мандык Баталов тепло поблагодарил каждого участника встречи за то, что нашли время, силы и желание собраться под один шанграх, обсудить дела насущные и перспективы развития региона. А достижения, нужно отметить, немалые. Привлечено 711 миллиардов тенге инвестиций. Валовая продукция сельского хозяйства у отметки в 900 миллиардов тенге. В эксплуатацию введено порядка 864 тысяч квадратных метров жилья. В целом бюджет области достигнет 772 миллиардов тенге. А это значит, будут строиться новые больницы, детские сады, объекты культуры и спорта. Будет развиваться инфраструктура. И в этом есть заслуга каждого из присутствующих в зале. С такими достойными успехами мы решительно вступаем в новый 2021 год, ознаменованный важнейшей датой – 30-летием независимости. За этими цифрами наш совместный ежедневный труд, единое стремление к общей цели и личный вклад всех наших уважаемых ветеранов, сформировавших крепкий фундамент для нынешнего и будущего развития. Успехи жетсусов не остались незамеченными и в этом году. Ко дню независимости более 70 жителей области указом президента удостоены государственных наград. Пользуясь случаем, поздравляю вас еще раз с заслуженными наградами. В свою очередь, и ветераны выразили признательность главе региона, отмечая, что, будучи на заслуженном отдыхе, особенно приятно. Внимание! 30-летие независимости мы встречаем с хорошими достижениями. И я уверен, что те, кто работают на процветание региона сегодня, добьются еще больших результатов. Я искренне поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю еще больших достижений и благополучия каждой семье. Амандык Баталов искренне дорожит каждым, а потому незамеченным не остался 80-летний юбилей заслуженного деятеля культуры, кавалера ордена Хурмет Дины Нургалиевой. Особенно отметил он и недавнего юбиляра, почетного гражданина Алматинской области Алимгазы Раймбекова. Каждому глава региона адресовал теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и еще неоднократных душевных предновогодних встреч, о которых всегда будут напоминать памятные фото. Назгуль Бошанжа, Сланшин Кенджи, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ. Сегодня активу Кирбулакского района представили нового акима. Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с администрацией президента Казахстана на должность назначен Галиаскар Сарыбаев. Ранее акимом района был Махабат Бигельдинов. Он оставил свой пост в связи с переходом на другую работу.
Новый аким 1963 года рождения. Окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности механик и юрист. Трудовую деятельность начал заведующим отделом комитета комсомола Кербулакского райкома. В разные годы работал заместителем акима города Талдыкорган, первым заместителем председателя Алматинского областного филиала партии «Нур Отан», руководителем управления внутренней политики Алматинской области. Словом, у него имеется солидный бэкграунд в управленческих делах. Глава региона выразил доверие новому акиму. Он опытный руководитель и отзывчивый человек, подчеркнул Амандык Баталов. К слову, для назначенного должность ответственна вдвойне. Галиас Карсарбаев – уроженец этой благодатной земли. Туган жерин, здесь вдвойне ответственно, вот, очень почетно. И аудан өте үлкен, я особенно и ауыл шаруашылық жағынан, но в то же время промышленность надо развивать, вот, инвестиции привлекать. Яркий пример тому, мне завод мы построили, мощнейший завод, мало таких в республике, больше миллиона, 1 300 000, да, кажется, тонн цемента производит. Сюда именно по программе экономика простых вещей, особенно по переработке сельхозпродукции. Это большая ответственность для меня. Я приложу все усилия для того, чтобы район процветал во всех сферах. Сотрудники аппарата акима тоже опытные, грамотные люди. Уверен, что у нас все получится. Спасибо за оказанное доверие. Ковид не дремлет. Около полусотни заболевших опасным вирусом выявлено за истекшие сутки в Алматинской области. Общее количество больных коронавирусом составляет 6604 человека. Информацией о текущей ситуации поделился заместитель руководителя областного управления здравоохранения Арман Джансингиров. На сегодняшний день на борьбу с COVID выделено около 14 миллиардов тенге. Почти 9 миллиардов из них направлены на подготовку ко второй возможной волне коронавируса. В настоящее время регион обеспечен 14 кислородными станциями. Также имеется свыше 1000 кислородных концентраторов и 534 аппарата ИВЛ. Приобретены и 3 компьютерных томографа. До 205 увеличено и число бригад скорой медицинской помощи. Стоит отметить, что в этом году автопарк станции пополнят еще 180 современных машин. Это позволит оказывать своевременную медпомощь населению, в том числе и посредством 12 так называемых поликлиник на колесах. По словам спикера, решен вопрос дефицита лекарственных средств. В каждом медучреждении региона имеется двухмесячный запас препаратов. Почти на 40% загружены 10 ПЦР-лабораторий. Вместе с тем в Алматинской области вновь установлены 4 санитарных поста. Алматинская область сейчас по эпидемиологической ситуации находится в зеленой зоне. Прирост коронавирусной инфекции составляет 0,6%. На данный момент зафиксировано на сегодняшний, за прошлые сутки 49 пациентов, из них 20 с симптомными формами, 29 бессимптомными формами. Населению город Талдыкорган Алматинской области убедительная просьба соблюдать социальную дистанцию, соблюдать карантинные меры, носите маски, так как инфекция никуда не ушла, она распространяется, будьте осторожны. Безопасный Новый год. Праздничное настроение подарили детям сразу 10 многодетных и малоимущих семей города Талдыкорган. В этот раз Аязата и Ахшакар не только пришли с подарками, но и разъяснили правила пожарной безопасности. Необычные Аясата и Ахшакар ходят по улицам областного центра. С учетом того, что новогодние мероприятия не состоятся, сказочные персонажи сами пришли в дома многодетных семей. В кульках со сладостями дети найдут также памятки и брошюры, где указаны номера служб спасения, а также правила безопасности в зимний период. Предназначены они, конечно, родителям.
Хочу сказать спасибо областному департаменту по ЧС за то, что уделили внимание нам, многодетной семье. У меня 6 детей, ни один из них не остался без подарка. Когда дети радуются, радуемся и мы. А также представленная информация на брошюре будет нам служить верным спутником во избежание чрезвычайных ситуаций. Огромное спасибо. Кроме сладостей, сотрудники департамента по ЧС установили датчики угарного газа. В случае малейшего задымления помещения устройство предупреждает хозяев громким звуковым сигналом о выявлении опасной концентрации в воздухе. Этот прибор доказал свою эффективность. В прошлом году от отравления угарным газом погибло 20 человек. В этом на 14 случаев меньше. За истекший период 2020 года на территории Алматинской области было зарегистрировано 1041 пожаров. Из них 683 пожара произошло в жилом секторе граждан. В текущем 2020 году, к сожалению, были зарегистрированы 6 случаев от гибели людей от отравления угарным газом. На этом сказочные персонажи не закончили свое путешествие. В центре города Аясата и Акшакар еще раз напомнили населению о правилах пожарной безопасности. А также в канун новогодних праздников раздали памятки с информацией о правильном обращении с пиротехникой. Салюты, фейерверки, которые надо покупать только в отведенных местах, которые продавцы, у них должны быть сертификаты соответствия именно и должны продаваться в специальных магазинах. Срок приобретения фейерверков или других салютов, имеется в виду, категорически запрещается, так как они могут быть опасны для жизни. В завершение профилактического мероприятия сотрудники ДЧС проверили центральный рынок города Талтакурган на предмет незаконной торговли пиротехникой. Пока что нерадивых продавцов нет. Однако, как говорят специалисты, спекулянты активизируются ближе к Новому году. И потому любая незаконная реализация взрывоопасных веществ будет жестко пресекаться, заверили в ведомстве. Алексей Цоя, Блайк Утыкбай, телеканал ЖТСУ. На страже природы. Незаконную порубку елок взяла на контроль полиция Алматинской области совместно с сотрудниками Государственного лесного фонда. На данный момент с поличным пойман браконьер в Илиалатауском национальном парке. В отношении обвиняемого заведено административное производство. Нарушение было выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Шерша», направленное на пресечение незаконной порубки, заготовки, провоза и продажи молодых хвойных деревьев. В рамках мероприятия правоохранительные органы выходят в рейды, круглосуточно мониторят рынки и базары. На сегодняшний день зарегистрирован только один случай. Данная работа продолжится и далее до конца текущего года. Совместно с правоохранительными органами, совместно с КГУ лесного хозяйства, с сотрудниками. Вот как вы видели на сегодняшний день, сегодня вот провели рейдовые мероприятия в торговых точках города Талдыкурган. Ну, незаконной продажи молодняков хвойных пород не выявлено. Сейчас ведется агитационная работа, думаю, вот такие рейдовые мероприятия, поэтому, думаю, сейчас таких фактов незаконных рубок, незаконных продаж с каждым годом все меньше и меньше. Было вот сегодня наглядно видно, все вот пользуются искусственными новогодними елками. Привязанную к машине собаку протащили по дороге в Павлодарской области. Видео жестокого обращения с животным опубликовали в телеграм-канале «Шок типичного Павлодара». Очевидцы отмечают, что инцидент произошел вблизи экибастуза. На кадрах машина тянет за собой крупную собаку. Животное упирается лапами, но безрезультатно. Проводятся мероприятия по установлению водителя автомашины, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. Зловоние и тараканы. Столичный Плюшкин не давал покоя соседям. Несколько грузовых автомашин мусора вывезли из трехкомнатной квартиры жителя Нур-Султана. В общедомовой чат к участковому инспектору управления полиции обратились жители дома, которые пожаловались на неприятный запах тараканов и грызунов. А все потому, что сосед на протяжении нескольких лет превращает свою трехкомнатную квартиру в свалку. Сначала, как говорят жильцы, он просто оставлял вещи, которые ему казались необходимыми. Затем начал таскать с улицы и мусорных баков весь хлам. Соседи вынуждены были обратиться в полицию, так как двери он никому не открывал. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 53-летний мужчина проживает один. У олимпийского призера угнали табун лошадей в Жамбылской области.
казахстанский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, чемпион Азии, чемпион и призер международных турниров. Акжурек Танатаров обратился в полицию с заявлением о краже неизвестными лицами 26 лошадей с пастбища. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Турар-Рыскуловского района был задержан 31-летний житель села Жарлысу, ранее дважды судимый за скотократство. Лошадей вернули законному хозяину в целости и сохранности. Первый республиканский пресс-саммит прошел в Алматинской области. Он посвящен актуальным вопросам роли прессы в современном мире. В мероприятии приняли участие корреспонденты различных СМИ, специалистов СММ и пресс-секретаря из 7 регионов страны. В рамках пресс-саммита участники побывали в Карасайском, Жамбылском, Талгарском и Уйгурском районах области. На протяжении 3 дней специалисты средств массовой информации обменивались опытом на мастер-классах, обсуждали тенденции современной подачи информации, взаимодействия с государственными органами и многие другие вопросы. Эффект встречи дополнили познавательные экскурсии по знаковым объектам Алматинской области. В первую очередь участники саммита почтили память Жамбыла Жабаева в Литературно-мемориальном музее Жамбылского района. Ознакомили и с экономическим потенциалом региона. В качестве одного из примеров продемонстрировали промышленное производство Texan Invest, которое выпускает практически все виды осветительного оборудования. 3 года назад в нашей области свою работу начали пресс-секретари. И сейчас они занимают важное место в информативной роли. Мы считаем, что повышать квалификацию пресс-секретарей, журналистов и специалистов в области пресс-релиз необходимо. И подобные мероприятия нацелены именно на это. И также обмен опытом. За эти 3 дня участники побывали на полезных мастер-классах и увидели рост области в спортивных, промышленных и культурных аспектах. Особое внимание в области уделяется развитию массового спорта. Участники пресс-саммита посетили физкультурно-оздоровительный центр «Ушконор» в Карасайском районе, где на бесплатной основе тренируют по 18 видам спорта. А в Талгарском районе журналисты оценили потенциал и работу объектов внутреннего туризма области на примере горнолыжного курорта «Ой-Карагай». В первую очередь это тимбилдинг, семинары и тренинги, на которых были озвучены новые формы, технологии и алгоритмы развития современных коммуникаций. Стоит отметить, что в стране подобный пресс-саммит проводится впервые. Заключительный день гости из 7 регионов страны провели в Уйгурском районе. Далее специалисты управления внутренней политики области намерены продолжать организацию пресс-саммитов и туров. Как отмечают сами участники, в эпоху цифровизации повышается важность информационной грамотности и предоставления качественного контента, поэтому они были рады получить новые знания. Аделя Жаркенова, Аманжол Жангешев, телеканал ЖИЦУ. Бесплатную юридическую консультацию получили заключенные Алматинской области. Женскую колонию ЛА-155/4 в селе Жаугашты посетили представители областной палаты юридических консультантов. Принять участие и задать интересующий вопрос профессиональным юристам изъявили порядка 50 осужденных женщин. Соблюдению прав заключенных особое внимание уделяет общественная наблюдательная комиссия. Ежегодно ее представители проводят подобные акции в тюрьмах Алматы и Алматинской области. Часто у граждан в закрытых учреждениях накапливаются гражданско-правовые вопросы, не связанные с уголовными делами. В основном они связаны с гражданскими исками, кредитами, бракоразводным процессом, алиментами и так далее. Оказать помощь в решении подобных вопросов решила общественная наблюдательная комиссия совместно с профессиональными юристами. Граждане, которые находятся в закрытых учреждениях, они, к сожалению, не могут воспользоваться теми благами, которые люди пользуются на свободе, то есть пойти на консультацию к адвокатам, либо к юристам, или же посмотреть это все в интернете. Здесь, как я уже сказал, да, слишком ограниченные закрытые учреждения, поэтому... Но вопросов возникает очень много юридических. Это... Как правило, очень много кредитов, наследственные дела, имущественные, алиментные обязательства и так далее. То есть все эти вопросы, даже если человек находится в местах лишения свободы, вопросы эти остаются, и их нужно будет решать. Поэтому данная акция проводится вот
в этих целях. Желающих получить личную консультацию оказалось много, около 50 человек. Как отмечает председатель общественной наблюдательной комиссии Ардах Жанабилова, данная акция должна помочь в ресоциализации, которая так необходима осужденным, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мы занимаемся мониторингом соблюдения прав человека с 2003 года на законных основаниях. В каждой области имеется своя комиссия. Вот, и мы проводим такие акции ежегодно, иногда 2-3 раза в год, потому что осужденным нужна юридическая правовая консультация. Собственно говоря, это не входит в наши обязанности, но мы это делаем в качестве благотворительности, потому что осужденным на одного, вернее, один юрист на 1000 и более человек, это, конечно, получить консультацию такую профессиональную очень сложно для осужденных. На сегодняшний день в учреждении ЛА-155/4 отбывают наказание более 400 женщин. Пользуясь случаем, члены наблюдательной комиссии совершили обход учреждения, чтобы понять, в каких условиях содержат заключенных, а также ознакомились с их рационом питания. Осужденные женщины остались довольны вниманием юристов, их консультацией и поддержкой. Адель Акжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИТСУ. История большой любви. Постановка «Абай и Тогжан» Алматинского театра традиционного искусства «Алатау» стала настоящим подарком истинным ценителям творчества великого Абая. Молодежный актерский коллектив свою работу посвятил 175-летию мыслителя. Примечательно, что в основу сценария легла реальная история из жизни казахского поэта. Оценила сюжетную линию и наша съемочная группа. Подробности в материале. Образ своей первой любви девушки по имени Тогжан Абай Кунанбаев пронес через всю свою жизнь. Встреча с любимой, препятствия воссоединения, горькое расставание и осознание невозможности быть вместе. Этой странице жизни великого мыслителя и был посвящен спектакль «Абай и Тогжан» на сцене Алматинского театра традиционного искусства «Алатау». Чувства Абая и Тогжан были с самого начала обречены. Брак сына с девушкой из враждебного клана не входил в честолюбивые планы отца поэта Кунанбая, поэтому образ Тогжан навсегда остался в сердце молодого поэта. Строки о ней вошли и в поэму Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Здесь было еще одно существо, с появлением которого в юрту, казалось, врывалась свежая прелесть весны. Это была дочь Сюиндыка Тогжан. Жын сағындым, где-где зарыттым, жыладым да тамыртым, жүдедім де тарыттым. Автор сценария «Абай и Тогжан» – известный поэт, драматург Исраил Сапарбаев. Стоит отметить, пьеса, написанная поэтическим языком, красноречиво передает важный этап в жизни легендарного поэта. Я думаю, что это произведение смогло произвести достойное впечатление на зрителя. Судите сами. Талантливая актерская игра, безупречное художественное и музыкальное оформление спектакля, режиссерское решение. Мы словно окунулись в мир Абая и пережили вместе с ним всю палитру его эмоций. Я очень благодарен всему коллективу театра за проделанную работу. Режиссером спектакля выступил известный актер Ерлан Билал. Свою работу он приурочил ко дню независимости и 175-летию великого Абая. По мнению талантливого актера, в пьесе в полной мере отражена не только история любви юного Абая, но и образ жизни казахов того времени, их почитание национальных традиций и беспрекословное исполнение наказов старших. Мы не знали, какой будет реакция зрителя, однако постарались передать характер Абая, всю глубину его отношений с отцом. В пьесе также говорится о милосердии и всепрощении, чего так не хватает человеку в современном мире. Об успешной премьере можно было судить по зрителям, которые весь спектакль смотрели, затаив дыхание. Высоко оценил постановку и мэтр казахстанского искусства Асанали Ашимов. Я думаю, что сегодняшняя постановка нашла своего зрителя и покорит еще множество сердец ценителей искусства. Для молодых актеров, сыгравших главные роли в пьесе «Абай и Тогжан», эта постановка стала настоящим экзаменом их профессионализма. Мой герой был в возрасте 16-17 лет. Первая любовь, первое испытание разлукой, перевоплощение в Абая. Очень серьезная работа, но думаю, что я смог передать своей игрой все его переживания. Для меня большая честь исполнить роль Тогжан, тем более, что это не выдуманная, а реальная героиня. Поэтому я очень долго и тщательно готовилась к премьере. Думаю, что главную оценку нашей игре даст только зритель.
И зритель по достоинству оценил актерское мастерство театральной труппы. К слову, во время премьеры были соблюдены все санитарные требования. Я под большим впечатлением от пьесы. Молодые актеры смогли очень точно передать характеры главных героев. Спектакль прошел на очень высоком уровне. Я довольна. Мне очень понравилось. Стоит отметить, в копилке театра традиционного искусства Алатау уже есть два спектакля «Гурып» и «Жир Жолбарысы». Отныне в его репертуаре постановка «Абай Токжан» займет свое достойное место. Гульмира Тимиргалиева, Курманжан Касымжанулы, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ. С 9-м юбилеем Аксу! В честь знаменательной даты в свет вышла новая книга, презентацию которой приурочили к 90-летию родного края автора. Арасанбай Естенов – лауреат премии «Алаш», начавший писательскую карьеру почти 40 лет назад. Он известен своими произведениями не только в Аксусском районе, но и во всей стране. Из-под его пера вышло множество произведений на многие жизненные темы. Книга под названием «Аксудан Шхан Аккулар» посвящена выдающимся, талантливым землякам. Книга напечатана тиражом в 500 штук при финансировании Управления культуры Алматинской области. Ее презентация состоялась в областной библиотеке имени Сакена Сейфуллина. Книга посвящена многим творческим людям из Аксусского района, некоторых из которых, к сожалению, уже начали забывать. Чтобы не допустить этого, чтобы молодежь знала наших творческих деятелей, я и написал эту книгу, в которой объединил часть истории этих людей. Книга будет полезна исследователям культуры, которые смогут найти многих из них в этом произведении. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.